Всем привет, друзья! Продолжаем стройку этой прекрасной модели. Всем приятного просмотра! Итак, наши детали подготовлены для краски. Мы срезали, удалили ненужные нам элементы интерьера. Окрашивать будем черным цветом под базу и будем подбирать краску под цвет фототравления из вот этих двух оттенков. И я так думаю, что придется нам замешать оттенок, более похожий на цвет фототравления. Итак, приступим. Итак, дальше будем окрашивать интерьер вот такой вот акриловой краской от Pacifica. Называется цвет Emerald или Миг Изумрудная. Разбавлять попробую спиртом и водой. Возьму немного спирта и немного воды. Вот такого нам количества достаточно. Возьмем красочку, размешаем в вороночке, и можно наблюдать, что краска не выпадает в хлопья. Хорошенечко размешиваем и будем пробовать наносить. Замес довольно неплохой, возьмем еще немного краски. Итак, краска замешана. Ну и пробуем нанести это все на поверхность деталей. Красочка наносится довольно тонкими слоями. Возможно, это потому, что я разбавил ее довольно жидко, но это неплохо. Лучше нанести несколько тонких слоев. Теперь у нас есть окрашенные детали. Далее можно монтировать на них фототравление. Здесь у меня собраны детали в таком вот виде. На блютеке они приклеены. Я их окрасил краской, которую я показывал ранее, для того, чтобы наше фототравление соответствовало основному цвету кабины. Так как изначально производитель дает цвет панелей чуть более синий. Вот поэтому пришлось перекрасить их с помощью кисти. Итак, теперь можно приступить к монтажу деталек.
Для того, чтобы было удобно поднимать детали, можно использовать вот такой вот жидкий скотч. Я предварительно нанес небольшую каплю жидкого скотча на зубочистку. Далее берем фототравленную деталь и устанавливаем очень осторожно на то место, где она должна стоять. Теперь подсоберем на сухую боковые панели, прежде чем заклеить их уже полностью. И далее необходимо померить приборные панели на то, как они встают в свои места и какие участки будут видны после их установки. Возможно, их потребуется окрасить. Вот такие вот, может быть, уголки какие-то на боковых консолях. Посмотрели на сухую, все встает прекрасно, никакие детали друг другу не мешают. И теперь можем переходить к следующим этапам. Далее нам нужно окрасить радар на данной панели. На этом данная серия завершается. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на наши ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании. Ставьте лайки. До новых встреч. В новом выпуске продолжение следует.